Привет, друзья, меня зовут Григорий Герман, и у вас наверняка, как и у меня, такая же ситуация, когда все знакомые, друзья, близкие, просто люди на улице, которые меня узнают, спрашивают, когда это все закончится. А я не знаю, и поверьте, сейчас в этом мире никто не знает. Но есть люди, которые могут предположить, как будут развиваться события по тем или иным направлениям. А одним из важнейших направлений для размышления является поведение России, например, при успешном контрнаступлении Украины, которое обязательно будет. Вот как себя поведут российские элиты? А Путин, он нажмет кнопку или не нажмет? А российский народ, он восстанет или не восстанет? И так как я ответов не знаю, я спросил у человека, который знает. Игорь Эйдман, российский социолог, озвучивающий реальные, а не приятные для российской власти настроения в российском обществе. И из-за этого живущий в Германии. Оставайтесь, будет интересно. Согласны ли вы с утверждением, что Россия сегодня в лице своего преступного руководства не может решить, как... и когда закончить войну? И что, в принципе, считать окончанием войны? Значит, это как с известным анекдотом. Спрашивает посетители у человека, который работает в зоопарке. А у вас тигр может съесть 100 килограммов, предположим, мяса в день? Отвечает работник зоопарка. Съел бы он, съел, да кто же ему даст? Вот это примерно так же относится к планам и вообще как бы к намерениям каких-то российского руководства в войне с Украиной. Они, конечно, бы хотели, изначально это было целью этой преступной авантюры, захватить всю Украину, поставить там марионеточное какое-то правительство, марионеточного президента, то ли Януковича опять прислать из, значит, Подмосковья в Киев, и то ли какого-то нового ставленника, какие-то фамилии назывались, там Киева какой-то, не Киева, но не суть. А главное, они хотели поставить этого ставленника, а дальше собрать, значит, Лукашенко, нового ставленника в Украине, Путина, и провести такую, значит, распад СССР наоборот, да, то есть они должны будут подписать какой-то союзный договор, и после этого Российская империя будет восстановлена. И по, как мне как бы говорят информированные люди, вот в этом была идея фикса вообще Путина, и в этом было его как бы оправдание в его глазах своего правления, что вот он восстановил новый Третий Рейх российский после Первого рейха Романовых империи, потом Советского Союза и вот как бы новый тысячелетний Третий рейх путинский. Вот. И, собственно, можно подводить итоги и черту под его многолетним правлением. Но что-то пошло не так, и мы знаем, что пошло не так. Оказалось, что украинцы не собираются поднимать руки вверх, а наоборот проявляют героическое совершенно сопротивление, мужество. И, в общем, они погнали русских захватчиков из-под Киева, из-под Чернигова и так далее. Значит, сходу надо менять план как. Я думаю, у меня нет как бы доказательств, но понимая все-таки психологию Путина, я все-таки немало написал, в том числе и книг об этом, я могу представить, как-то реконструировать его планы, да, что, конечно, он, так как он маньяк, просто параноидальный шизофреник, у него есть сверхидея, сверхценные идеи, от которых он не может отказаться. Вот это восстановление империи и присоединение Украины – это сверхценная идея. Поэтому он от нее не отказался, даже несмотря на все факты, несмотря на реальность. Это, кстати, свойство именно вот этих параноиков с бредовыми сверхценными идеями. Они не считаются с реальностью. Любые попытки, например, опровергнуть эти идеи со стороны окружающих вызывают у них просто невероятное раздражение и гнев. Поэтому я уверен, что Путин от этого всего не отказался, но, по всей видимости, все-таки поставили они, Кремль, российской власти, некие промежуточные цели, промежуточные задачи. Этими промежуточные цели они тоже уже, в принципе, проговаривают. Не дали как совсем буквально на днях Турчак, это один из высших функционеров правящей «Единой России», сказал прямым текстом, что они хотят аннексировать, значит, Запорожскую и Херсонскую области.
Ну, естественно, Донецкую и Луганскую тоже они никуда не денется, они уже давно аннексируют, то есть хотят аннексировать. И, по сути, фактически присоединили к России, просто не оформили это юридически. То есть идея такая – расколоть Украину, выделить вот эти четыре как минимум области и потом, видимо, сделать некую паузу, я так думаю, в военных действиях, чтобы лучше подготовить реализацию вот этой путинской бредовой сверхценной идеи захвата всей Украины и восстановления, воссоздания вот этой русского Третьего рейха, Российской империи, путинской Российской империи. Ну вот, кстати, думаю, недавно, что... недавно я слышал какая-то, возможно, это фантазия, возможно, это какая-то бредовая идея в том, что победой может быть объявлена выход на границу Луганской и Донецкой областей, создание ХРНР, Херсонской Народной Республики, и подписание этими квазигосударственными образованиями, плюс Россия, плюс Беларусь, некоего нового союзного договора. Вот мы восстановили союзный Советский Союз, вот в такой вот, вот, в такой вот части это победа, ура, ура, наши бравые солдаты возвращаются домой. Мне кажется, что для Путина, да, я тоже слышал об этой версии, но мне кажется, что для Путина, вот опять исходя из его особенностей, его больной психики, этого будет мало, потому что все-таки это будет какая-то, значит, голубую мечту своего босоногого детства он так не реализует, это будет какой-то эрзац. Какая-то, значит, не до победы. Для населению это продать как победу можно, это не вопрос. Населению как победу можно продать что угодно, кроме бегства российской армии из Украины. Вот все что угодно. Вот если они, например, попытаются закрепиться на тех рубежах, которые они уже захватили, и это можно продать населению. Население даже довольно будет, потому что население все-таки немного нервничает из-за того, что все-таки какая-то война идет, до людей начинает доходить, что это не так вот прогулка какая-то, значит, легкая, а реальная война. Поэтому население продать может что угодно, но он не сможет это продать самому себе, своему расщепленному шизофреническому сознанию. То есть это еще знаете, какой будет момент? Он будет думать еще, что да, предположим, я сейчас это сделаю, да, создам какое-то квазигосударство, но украинцы-то, Украина осталась, Украина может потом, то есть, во-первых, она не согласится никогда на это очевидно, и потом может перейти в наступление, ее, предположим, Запад накачает оружием, уже достаточно, наконец-то, и она потом перейдет в наступление, и что тогда? То есть я думаю, что у него... Вот идея фикс, это вот как у Гитлера была идея фикс уничтожения евреев, то у Путина идея фикс – это такое же окончательное решение украинского вопроса. Но он, в отличие от Гитлера, не хочет, видимо, физически всех украинцев уничтожить. Он хочет их уничтожить как нацию, как отдельную нацию со своей культурной особенностью, своим национальным самосознанием, которое противоположно или, по крайней мере, отнюдь не собирается ассоциировать себя с Россией или с русскими. И для него это как бы некий нонсенс, он считает, что этого быть не должно, что Украина должна быть уничтожена в этом смысле. То есть примерно я уже об этом писал, да, вот в современном Китае, китайские власти, они фактически уничтожают уйгуров как национальность, уничтожают их национально-религиозные представления о жизни, там, о должном, значит, уничтожают их культуру, фактически семейные традиции, ну все, просто превращает их в таких бесправных рабов, китаизируют. И вот нечто похожее, эти все монстры путинские, Путин сам, они об этом прямо говорят, там, Патрушев, Медведев, Мединский, они хотели проделать с украинцами. Была статья такая, по-моему, на сайте РИА Новости, это официальный сайт государственного информационного агентства российского. Я сейчас не помню фамилию автора, но он примерно это писал. То есть вот там уже было, писалось не денацификация, а прямым текстом деукраинизация Украины. То есть мы видим вот эти планы маниакальные. И Путин от этих маниакальных своих планов никогда сам не откажется. Его могут заставить отказаться только санитары, да, в лице солдат каких-то международного какого-нибудь оккупационного контингента в Кремле, которые его просто привяжут, да, к кровати мокрыми простынями. Да, ну, одно, так как специализированную медицинскую помощь в лице мускулистых санитаров в Кремль не пускают, нам приходится со всем этим жить. Да? Вот очень интересная мысль, что деукраинизация теперь является планом Путина. Удивительное дело, фантастическая самонадеянность. То есть намного более мощная Российская империя не смогла справиться с деукраинизацией Украины.
Намного более жесткий и мощный Советский Союз не смог справиться с деукраинизацией Украины. А нынешняя Российская Федерация считает, что сможет. Это же считает, это считает господин Путин. Господин Путин. Который, как мы уже проходили, да, как мы уже говорили сегодня, человек в совершенно невменяемом состоянии, у которого бредовые параноидальные идеи. Я тут недавно написал такой пост у себя в Фейсбуке о том, что если, значит, Путин бы вдруг, что Путин вот запросто, он, ну, больной, что с него возьмешь? Он может запросто, например, придумать, ну, предположим, да, к слову, что в Украине, значит, захватили власть и правят уже даже не нацисты, а какие-нибудь там, не знаю, инопланетяне. Рептилоиды. Да, рептилоиды. Вот я просто, да, у меня вылетело из головы. Да, и вот, значит, дерептилоидизацию Украины. Если он объявит дерептилоидизацию Украины, вся его, все его окружение радостно это поддержит и будет за него рассказывать населению о том, как рептилоиды правят миром в Украине. Посмотрите вот на фотографию Байдена. Видите, у него, значит, на руках такая зеленая чешуя. Так что он тоже рептилоид. Ах, вы не видите? А она там есть. Ну, вот что-то в этом роде. И все это бы съели. Потому что Россия – это классическая тирания, да, не в аристотелевском понимании, а в понимании авторов эпохи Просвещения. То есть тирания, где правит просто такой тиран, абсолютный деспот, который может делать, в общем-то, что угодно, любую дурь, его моментально поданные будут принимать и реализовывать. Про дерептилоизацию это очень хорошо. Да. Мне бы хотелось это увидеть, как российская верхушка ломает языки, пытаясь это выговорить. Это было бы, по крайней мере, забавно. Можно ли говорить сейчас, что Россия, по большому счету, утратила в ходе войны некое стратегическое лидерство и даже, в принципе, инициативу? Ну, конечно, они утратили, у них же планировался блицкриг, планировалось, они вообще не планировали длительную войну и не планировали длительные санкции. Они, как я уже сказал, Путин больной, поэтому у него бредовая идея. Вот его бредовая идея была, потому что она абсолютно была бредовая, я не военный эксперт, но я это прекрасно понимал, что никак Украину он, конечно, не сломает, а сломает в Украине себе шею, что это будет длинная история с печальным для него концом. Он, у него, в отличие от меня, на него работает, я просто как бы эксперт, который пользуется информацией из открытых источников. На него работают спецслужбы, на него, ему там достают какую-то информацию, там ГРУ, ФСБ, куча других и инстанций, тем не менее он делает абсолютно неправильные выводы, идиотические совершенно. То есть он решил, да, за 3 дня это все сделать. Теперь война затянулась, и они решили по старинной русской традиции закидать врага своими трупами. Чем они, в общем-то, и занимаются. И занимаются не без успеха, потому что, ну, такую войну вести очень сложно, да, когда на тебя просто бросает все больше и больше людей, все больше и больше техники, ты их уничтожаешь, но они опять лезут, как и в каком-то фильме ужасов, да, эти какие-то восставшие из ада. Да. Зомби, да. Вот. И, собственно, это как... Но, если Украина будет оказывать такое сопротивление мощное, как оно оказывает сейчас, продолжать, а я уверен, что так и будет, все равно эту войну не выиграть. Потому что они, если они будут на каждый город украинский тратить столько ресурсов, сколько они тратят, например, на то, чтобы захватить Северодонецк, правильно, да? Да. То есть, если они на каждый город, то это Северодонецк не самый крупный в Украине город. Если они на каждый город будут тратить столько ресурсов, то они, конечно, далеко не пролезут. Другой вопрос, что это большие потери, большие усилия для Украины, вот это как бы печально. Вот. Но война, да, пока будет продолжаться, видимо, в этом ключе. То есть они будут пытаться закидать Украину трупами. Но, как я уже сказал, они могут захватить какую-то еще часть страны. Но как кончится это, знаете, чем? Кончится тем, что у них трупы закончатся. Дело в том, что тут какая ситуация. Мои коллеги, друзья, там, знакомые, пишут там в своих блогах тоже, там, например, когда у России кончатся деньги. Пишут, да, что-то не скоро. Когда у России кончится оружие, тоже вывод не скоро. Но раньше всего у России кончится пушечное мясо. Почему? Потому что ситуация сейчас не такая, какая была, например, во время Второй мировой войны. Значит, ситуация в России такая, что пока служат в основном те, кого удается на эту войну послать с их согласия.
То есть это или контрактники, понятно, они как подписывали контракты, и, собственно, уже соглашались, чтобы их использовали. И второе – это срочники, которых через колено ломает на месте. Я мониторю ситуацию, пока у срочников, если они уж сильно не хотят ломаться, да, это не так просто, но они могут отбрехаться. Они, и есть у меня, ну, как бы известные случаи, да, кейсы, когда коллективно отказывались, когда люди там, и что они делают, они уже прям буквально вывозят в Украину, потом забирают назад, отвозят в Белгород, выгружать там вагоны для армии или что-то в этом роде делают. То есть, по большому счету, без каких-то крупных санкций. Вот, так что получается так. А идейно воевать, идейно, как вот украинцы, идейно мотивированы воевать, россияне идейно воевать не мотивированы. Поэтому у них низкий боевой дух и моральное качество и прочее, прочее. Армия разлагается. Воюют в основном молодые люди. Согласно всем опросам, наиболее хуже всего к этой войне и к властям относится именно молодежь. Значит, если бы вот армию из пенсионеров можно было создать, которым за 65, да, вот какой, то тогда эта армия была бы очень мотивирована, потому что пенсионеры, они все на диванах своих, они, дай им в руки там дробовик, они готовы уже воевать, стрелять, убивать украинцев. Значит, а молодежь это не готова, их можно только купить. Только купить. И их покупают. Покупают молодежь, но не любую молодежь купят. Как мы видим, в Питер, в Москву, особенно в Москву, гробы вообще не приходят. Там несколько случаев просто известно за все время. Приходят гробы там, где можно купить, где люди голодные. Бурятия, Дагестан, там, Читинская область, Хабаровский край и так далее, и так далее. Какие-то жуткие депрессивные места и прочее, прочее. И там уже вот всех, кого можно было, кто готов продать был свою жизнь за пару тысяч долларов, они уже их выгребли всех и уже послали. И на этом, собственно, заканчивается мобилизационный ресурс. Сейчас им еще наваляют в Донбассе капитально. И дальше, я думаю, просто армия, во-первых, она не будет пополняться новыми контрактниками, а во-вторых, те, кто есть уже в Украине, они просто побегут. Она полностью разложится. Там множество внутренних конфликтов и межнациональных, и региональных, и прочих-прочих конфликтов между младшим и старшим командованием. И между солдатами и командирами мы все это видим, по прослушкам, которые публикует украинская разведка. И эта армия просто станет небоеспособной и побежит. Я думаю, на этом все закончится. Просто сейчас это еще к времени пришло. Да, ну и плюс ко всему еще не пришло вооружение, да, которое тоже вносит определенный сумбур в темную российскую душу под обстрелом. Особенно проявляются там некоторые свойства этой души. Но если говорить сейчас, да, то в целом Украина довольно пока справляется с наступлением на Донбассе, где-то тактически отступает, иногда даже переходит в контрнаступление, как на юге. Оружие, возмездие и контрнаступление, собственно говоря, уже поступает. И мы с вами можем представить себе на секунду, да, что Украина выходит на границы 23 февраля. Вот Путин или, там, не знаю, коллективный Путин, да, этот синклит кремлевских старцев, они могут себе это позволить? Ну, что называется, это мы опять возвращаемся к все той же фразе «съест, он съест, но кто же ему даст?». Конечно, они не хотели бы себе это позволить, но если так ситуация будет складываться, что они смогут сделать? Просто я говорю, что в какой-то момент вот армия с таким низким боевым духом, она просто побежит спасать свои шкуры. Я вам сейчас, я намекну сейчас, что они могут сделать. Красная кнопка. То есть коллектив покончить жизнь с коллективным самоубийством, я что-то сомневаюсь в этом сильно, что они на это способны, покончить жизнь с коллективным самоубийством. Потом, понимаете, когда они начнут проигрывать эту войну, начнет разрушаться система внутреннего управления страной. Это 100% просто. Почему? Потому что все держится на том, и правящая элита тоже на том держится, что они все еще надеются как-то из этой ситуации выпутаться, выйти победителем. Если они поймут, что им хана, то Путин просто потеряет рычаги управления страной. И внутри элиты будет раскол. И все говорят, вот могут ли снять там Путина, могут ли убить Путина. Но и вспоминает в связи с этим, значит, заговор офицеров в 1944 году против Гитлера. Ну так извините, в 1944 году Германия уже проигрывала войну, это было офицерам понятно.
Только Гитлер сумасшедший еще на что-то надеялся, такой же сумасшедший, как Путин. Вот, значит, то есть для этого, для того, чтобы у них начался бардак, нужно их сначала разгромить. И тогда они уже ничего не смогут, никакой кнопки там уже не будет. Путина, я думаю, ликвидируют просто, или снимут, или куда-то ушлют. И они будут думать о том, как им сейчас вылезти и спасти свои шкуры, а не о том, как им красиво умереть вместе со всем миром. Вы сказали, что поддержка военной операции, ну так, не поддержка военной операции, а желание умирать в Украине, в российском обществе довольно низко, насколько я понял по вашим словам. Да? То есть уровень достаточно невысок. Но вот представим себе ситуацию, что Украина идет дальше, да, и украинские, там, не знаю, солдаты 25-й десантно-штурмовой Днепропетровской бригады кормят чаек, кидая недоеденные крутоны с ресторана «Променад Апельсин», вот того самого на набережной в Ялте, который галера, да, тогда в этом случае начнет ли российский народ воспринимать эту войну уже как отечественную, как ту, за которую стоит умирать, и стоит идти в военкоматы, и стоит садиться в Т-62 52 года выпуска для того, чтобы защитить родной Крым наш? Знаете, если вот практика показывает, что любые войны, которые Россия проигрывала, они были непопулярны. Ну, например, русско-японскую взять войну, да, то есть сначала патриотический подъем, там все, значит, япошек мы сейчас всех побьем и так далее, и так далее. Цусима, там Порт-Артур, и уже все, будь проклят, эта война, значит, и все такое. Значит, Первая мировая война, то же самое. Вначале патриотический подъем, потом война затянулась, и на некоторых фронтах, прежде всего с немцами, с австро-венграми-то у них попроще было у русских, а с немцами, немцы так давили и захватывали периодически территории, то есть Польшу там и так далее. И все уже готовы были на любой мир, вплоть до Брестского позорного мира, готовы были на любой мир. Так что я думаю, что если они войну будут проигрывать, это наоборот ее не только не увеличит ее популярность, а наоборот ее окончательно убьет ее популярность. Вот. Что касается самого Крым нашего, вообще Крым это отдельная тема русского психо, я об этом тоже писал. Это какая-то тут что-то такое фрейдистское. Я помню эти разговоры с детства буквально, но не у меня в семье. У меня семья была интеллигентная, а в школе там и так далее, как что-то такое рассказывали, какие-то страшилки о том, как Хрущев отдал Крым, там Хрущ, я до сих пор, Хрущ там, вот он, да, это хорошо сделал, а Крым вот отдал. Это вот такое ощущение было, что это на подсознательном уровне, это вот если фрейдистскую терминологию взять, что в российском психо это был какой-то акт кастрации. То есть их как будто бы отрезали у них, значит, причинное место в виде этого Крыма и передали Украине. И после этого наступило полное, значит, половое бессилие, и имперское эго было полностью уничтожено. И поэтому такой был психоз, я по-другому не могу сказать, когда этот Крым, значит, Россия присоединила, аннексировала. И это вот с Крымом вообще, конечно, другая тема. Там могут быть какие-то в российском подсознательном какие-то по этому поводу фрустрации, но оценить точно какие трудно. Вот я поэтому и спрашиваю, потому что в моем очень поверхностном, понятное дело, понимании, да, пока дело касается ДНР и ЛНР, ну, окей, мало на самом деле, по большому счету, интересует широкого российского зрителя. А вот когда дело касается уже Крыма, он настолько оценен, и как вы абсолютно точно заверили, это как отрезанные ранее, а потом пришитые причиндалы, да, вот я боюсь, что он может вызвать в российском обществе вот то самое «идет война народная», священная война. А это значит, что украинским воинам придется перемалывать еще большее количество российских солдат. Пока вы не можете никоим образом, да, прогнозировать, каким мог бы быть. Нет, я могу сказать следующее, что я прогнозирую другое следующее, что достаточно уже отогнать этих захватчиков на те территории, с которых они начали это вторжение последнее, чтобы российская власть просто крахнула, российский режим крахнул просто. То есть как субъект, единый субъект противостояния, он перестанет существовать. И тогда уже, собственно, будет не до Крыма. Понимаете?
Да, понимаю, понимаю. То есть, условно говоря, тогда уже будет все равно, Крым входит в состав Да. или не входит в состав. Уже... Да, потому что это будет просто развал полный. И верхушка вся развалится, как я уже сказал, там будет внутренние противоречия, внутренняя какая-то война внутриэлитная. И регионы многие начнут пытаться отделяться. Региональные элиты скажут, что нафиг нам нужна такая Москва, которая с нас только сосет соки все. Вы действительно представляете себе, что выход вот на 23-е, на границе 23 февраля может привести к какому-то тихому или громкому, да, там с шашками, бурками и солдатами гвардейской таманской дивизии, которая тушит окурки о полированное дерево столов в Сенатском дворце, да, вот какой-то переворот? Я думаю, что вот как бы не просто выход, да, он же не так просто состоится, а он будет результатом полного краха российской военной машины. Потому что иначе они будут продолжать переть на Украину. То есть единственный как бы шанс их просто разгромить. И вот тогда бегущие, значит, и на бегу подхватывающие свои подштанники российские солдаты, офицеры и генералы в сторону России, вот бегущие, они, конечно, могут вызвать вот сам факт этого. И даже не они лично, а сам факт этого события может вызвать, конечно, хаос в России. Я думаю, что это так. Потому что любая Россия – это такая жестко авторитарная страна, такое полицейское государство. А любая авторитарная страна, она, вот в отличие от демократии, демократия – это вот такое дерево, да, которое можно гнуть, и она сгибается, но не ломается. Почему? Потому что там множество внутренних каких-то сдержек, противовесов и так далее, и так далее. А тут дуболомная диктатура – это вот как такой палка такая. Она ни в одну, ни туда, ни вправо, ни влево, шаг в сторону, значит, прыжок на месте, провокация, и она долго стоит, а потом в один день бжук и ломается. Как говорил в свое время Василий Васильевич Розанов по поводу событий февраля 1917 года, что Россия слиняла в 3 дня. Закрыть какую-то газету, не помню сейчас, предположим, там, «Русские ведомости», да, было гораздо сложнее, чем закрыть Россию. То есть их эту газету закрывали полгода, и все никак не могли закрыть, а Россию закрыли в 3 дня. Так что это именно потому, что Россия была тоже имперское авторитарное самодержавное государство. И именно поэтому оно так быстро и сломалось. А условно какая-нибудь там, не знаю, Франция могла переживать множество кризисов, и при этом демократическая, и при этом она сохранилась и как государство, и как демократия. Ну, мы-то с вами помним прекрасно, да, как в 91-м году вдруг неожиданно для всего населения, да, все совершилось вдруг. Да, то же самое произошло. Все понимали, что было тяжело, все понимали, что да, тут у нас есть проблемы здесь, но вдруг и неожиданно, буквально за 3 дня. Да, вот именно, да, это лишнее доказательство, что это не случайность, а закономерность, потому что авторитарное государство Советский Союз, так же, как и Российская империя в свое время, просто действительно слиняло в 3 дня. Сейчас будет то же самое. И сейчас из этого можно сделать вывод совершенно, что Путин хотел создать Третий рейх, а создаст Третий крах. Вот был крах Российской империи в феврале 17-го, был крах СССР в 91-м году, и будет крах России вот в ближайшее время, или в этом, или в следующем году максимум. Кто может быть драйвером подобного переворота? ФСБ или армия? Или вообще какая-то третья сила? Я, как я уже говорил, предсказывать трудно. Начнется вот в случае разгрома российских армий, да, болезненного такого поражения, надо сказать, что россияне сидят на наркотике победы. Их просто приучили к этому победобесию с детства, и они сидят на этом наркотике. Когда они поймут, что эту игрушку и этот наркотик у них отняли, у них начнется ломка. Так вот, значит, начнется ломка в стране, начнется бардак. Кто там кого будет там стрелять, кого как гасить, там убивать или арестовывать, мы не знаем. То ли там ФСБ армия, то ли армия ФСБ. Надо сказать, что вообще вся российская власть – это набор соперничающих банд, у которых есть только один пахан. Такое феодальное право. Вассал моего вассала, не мой вассал. То есть есть абсолютный монарх Путин, а все его вассалы друг другу не подчиняются. У них собственная система там власти, условно ФСБ, армия, там ГРУ, другие спецслужбы, бандиты, значит, какие-то измайловские, там коптевские, их множество, солнцевские, какие-то, и еще куча других группировок. Там каждое, пожалуй, там, не знаю, каждое управление милиции –
в сейчас уже полиции в России, это по сути тоже такая банда. Так вот, пока их сдерживает только, что у них есть общий пахан, общий вор в законе, общий монарх Путин, и который их разборки, значит, пресекает и как-то разруливает. Если его не будет, они все накинутся друг на друга и начнут друг друга жрать. Так что будет просто хаос. А насколько возможен, в принципе, вариант капсулирования России? Ну, то есть, вот, помещение страны в такой пленкообразующий материал, сотканный из отключенного к монахам интернета, бесконечной пропаганды, закрытие границ вплоть до, не знаю, возможности выезда только в Беларусь, только благонадежных граждан и только по профсоюзной путевке. Ну, то есть, вот, все, как мы помним. Ну, это сложно сделать, потому что российская, сейчас власть, по сути, в России, так же, как и в Советском Союзе, та же номенклатура. Проводили всякие исследования разные ученые, там, Криштановская и другие, и большинство подавляющее российского правящего класса оттуда, из советской номенклатуры. И эта советская номенклатура уже один раз уничтожила вот эту систему. Почему? Систему закрытой страны, систему вот такой эгалитарной уравниловки и прочее, прочее. Потому что она не хотела в такой ситуации жить. Они хотели жить красиво. Они хотели жить и не стесняться, не скрывать, как это скрывали российские номенклатурщики, своего богатства. И возможность передать это богатство по наследству. И вот они это уже отликвидировали, такую систему. Я думаю, они не пойдут на ее восстановление. Не для этого они в 91-м году ее ликвидировали. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Было очень приятно познакомиться. Взаимно. Спасибо. Всего доброго.